Здравствуйте! Сегодня я приготовлю грибной сэндвич. Грибы обжаренные. Так, с лучком. Дальше. Берем лепешку. Вот я использовал лепешки, называются мексиканские лепешки, они для горячих холодных сэндвичей. Так, что делаем? Грибы мы готовые, жареные, наносим. Так, есть у меня немного томатной пасты, совсем немного, но ее достаточно мне будет. Размазываем по лепешке. Дальше нагружаем грибов. Так. Грибов не жалеем. Так. Распределяем лепешки. Для того, чтобы грибы у нас склеились, чтобы они между собой не расползались, давайте мы сюда потрем сыро. На горячие грибы сыр плавится и как бы связывает его. Вот, грибы у меня здесь разные, потому что сейчас грибной сезон у нас, и хорошо опята пошли. Ну, в данном случае здесь у меня шампиньоны, опята, сыроежки, смеси. Так. Теперь. Дальше. Порежем огурчика. Опять же, это все на любителя. Так. Типа вот делаешь шаурму, туда всего намешивают. Мясо, капусту, огурцы, помидоры, все. Ну вот мы что-то вроде такого сделаем, только это будет грибная. Точнее, грибной сэндвич. Так. Так, теперь порежем помидорчиков. Так,
вот такими колесиками делаем. Так. Как говорится, следующим этапом нашей программы мы вторую лепешку кладем сверху. Иначе это будет называться уже не сэндвич, а пицца. Но мы ее вот таким вот макаром сверху кладем. И теперь отправим ее в микроволновку. На 1 минуту. Итак. Прошла у меня через микроволновку, минуту она у меня побыла в микроволновке. Теперь мы, это для чего? Чтобы разогрелись вот эти вот лепешки и сыр подрастекся. Ну что, теперь будем ее резать. Ну вот, получается 4 порции. Сейчас буду пробу снимать, что получилось. Так. Так, вкусно получается. Вот. Хотя вам любой, кто демонстрирует какую-то кухню, какое-то приготовленное блюдо, всегда скажет, что это вкусно. Но попробовать самим можно. Так. На этом до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.